Те, кто хоть раз был в селе Остров, согласятся со мной, что место это очень красивое. Одна смотровая площадка чего стоит. Настоящая жемчужина села – храм. В нем-то и находится музей. Церковь Преображения Господня – не только вместилище экспозиции, но и главный ее экспонат. Изюминка нашего музея – это макет храма, его возможная реконструкция, каким он выглядел в XVI веке. Сам храм является иконой Преображения Господня, и архитектура это очень сильно подчеркивает. В экскурсоводах у нас не кто-нибудь, а сам настоятель храма, отец Илья. Наверное, никто лучше него не сможет рассказать нам о музее. Ведь он его создатель, смотритель и хранитель. В данных витринах храма представлены монеты, кольца, сережки, пряжки, пуговицы. В общем-то, эпохи Павла I, императорской фамилии 19 века. Здесь были погребены французы, павшие в войну, в Великую Отечественную войну 12 года. Французы, пришедшие по Смоленской дороге, измученные голодом и пожарами Москвы, терзаемые партизанами, бежали беспорядочно. Кто куда? Не так давно один француз, посещавший наш музей, воскликнул: «Такая же пряжка была у моего покойного деда». Вот, то есть мы атрибутировали эту пряжку как действительно французскую. Все экспонаты музея были найдены на территории села Остров. А существует оно со времен Ивана Грозного. Поэтому можно наблюдать артефакты и той эпохи. Наконечники стрел, бубенцы и зубрежи, предметы быта. Еще одна гордость музея – старинные церковные книги. Мы можем с большой уверенностью сказать, что батюшка действительно очень сильно молился о всех почивших вокруг окрест этого храма. Экспонатов в музее отца Ильи сотни. В них вся материальная история этого замечательного села. В порядке исключения отец Илья разрешил подержать в руках один музейный экспонат. Вот эту ложку. Она когда-то принадлежала кому-то из наполеоновской армии. Раньше вещь вполне обыденная, а сейчас она представляет большую историческую ценность. В общем, ощущение от посещения музея самое лучшее. А знакомство с отцом Ильей обогатило нашу съемочную группу еще и образовательно. Ведь человек он энциклопедических знаний. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.